Живая баня у Ивана. Вот такие вот. Трудное детство, деревянные игрушки. Ну вот, кого какие игрушки. Как сказать, с волками жить, по-волчьи выть. Ну а в это время, кто постарше, занимается гимнастикой. Ага. У нас порвался большой фитнес-мячик. Ну, мы нашли выход из положения в 5 секунд. Ну, понятное дело, Кузьма в это время строит. Вчера он, кстати, наловил огромное количество рыбы. Запустили мы ее в пруд. Что строишь, Кузя? Домик. Домик? Понятно. Ну, у кого какие кубики? У каждого по-своему. У кого-то деревянные, у кого-то вот такие. Нормальный домик. Обычный день. Обычные хозяйственные заботы у каждого. Тут вот тоже работа идет вовсю. Неплохой удар. Отработанный. А это медвежья лапа, похоже, уже. Ну, такой удар с подстраховкой. Веник через веник. Красавец. Молодец, Аким. Молодец. А там тебе удобно? А, это ты замачиваешь? Ну ладно, пусть будет так.